Привет, меня зовут Паша, мне 9 лет. Мое полное имя Павло, но все называют меня Паша, и мне это нравится. Еще мне нравится играть и слушать музыку. Я часто прошу Лешу сыграть еще. Для этого я нажимаю на кнопку, и она говорит за меня. Еще. Я очень люблю общаться, но делаю это не словами, а кнопками и карточками. Еще у нас с Машей есть расписание, которое помогает нам понять, что будет дальше. Сейчас Маша смотрит, что следующее занятие? Лепка. Наверное, многим кажется, что общаться так очень непривычно и необычно. Но это мой способ рассказать, чего я хочу, и поделиться своими чувствами.